А мэр Воркуты Ярослав Шапошников начал общение с горожанами через личную страницу ВКонтакте. Он призвал подписаться на его страницу всех руководителей управляющих компаний, учреждений местного и регионального значения. А еще Ярослав Шапошников уверен, прямой контакт с воркутинцами, их конструктивные предложения и аргументированные замечания сделают работу местных властей в решении отдельных вопросов более эффективной. Цитата. «Я понимаю, что не все городские проблемы решаемы, но зачастую людям нужны хотя бы ответы на их вопросы», отметил воркутинский градоначальник.